Наша музыка. Наша. У нас в гостях побывал Олег Скрипка. Вот такой мужик. Я хотя рок-н-ролльщик, и на меня может, ну, сейчас у меня имидж просто может упадет очень сильно. Я не бухаю перед концертом. Как? Это очень правильно. Вот так я рок-н-ролльщик. Я рок-н-ролльщик-извращенец, я не бухаю перед концертом. Многие рок-н-ролльщики отказались уже от алкоголя. Это что, возраст? Нет, это когда уже не лезет, это одно дело. Это такое дело. Люди переключаются на религию, а то еще хуже. Вот, нет, я адекватный. Вот. Это позиция. Не, я это профессионализм. Это профессионализм. Профессионализм. А ты делал концерт? Там, допустим, мы играем нашествие, и там гримерка, сидим, и, ну, залетают молодые начинающие. Пьяненькие. Не оперившиеся, пьяненькие молодые рокеры. Залетают. О, а вопли, да, с пивом, там, с водкой, давай. А мы такие раз поворачиваемся, у нас у каждого чашечка с ромашковым чаем. О том, как правильно, самым быстрым и наилучшим способом выучить французский язык, вы узнаете прямо сейчас. Я был женат с француженкой. А, то есть самый лучший способ. Лучший способ — это секс. Да, и там... Что? Не послышать. Вы меня в краску вогнали. Да ладно, вы такой загорелый, что не видно. Перейдем на французский язык. Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, mon cœur s'habille de noir. Sur ce yo cortège. L'âme blanche, l'oiseau sur les branches, pleure le cortilège, tu ne viendras pas ce soir, mon cri, mon désespoir, mais tombe la neige, impassible ma neige. Моя любимая песня «Постой, паровоз, не стучите колеса». Олег ее исполнил специально для меня. Don't wait for me, mama. Don't wait for me, tatu. My train is leaving now for far away. Мене засмоктала банюка небезпечна. Пропаща моя доля зухенвей. Мене засмоктала багнюка небезпечна, пропаща моя доля зухинвей. Победители конкурсов в нашей группе наша.вконтакте.ру задают вопросы звездам. Алексей сделал это. Были какие-нибудь такие курьезы на концертах, в турне? Как бы, ну вот вообще фотографы, они, ну, они не любят свою профессию, и они особо ненавидят людей, которых они фотографируют. Вот, и, как музыканты. Да, как музыканты. Это отображается на фотографиях. И особенно это относится к телевизионщикам, которые снимают телевизионную программу. И это относится еще к стилистам, которые там накладывают грим на тебя. Вот. И эффект такой, что я хожу по улицам, это основной эффект. И мне говорят: о, а в самом деле вы нормально выглядите. Я счастлив, как говорится. Я удивлен. Без масок и без блёсток. Да, да. Совершенно неожиданное развитие получила народная, я думаю, что, наверное, все-таки украинская песня «Гоп, стоп, мы подошли из-за угла». Тепер розплачу вас пізно. Подивись на зорі, подивись на оце небо. Поглядом тверезим, подивись на оце море. Бачиш ти його останній раз. Хоп! Стоп! Хоп! Стоп! Хоп, тобі в лоб, тобі в лоб, тобі в лоб. Хоп, тобі в лоб, тобі в лоб, тобі в лоб. Хоп, тобі в лоб, тобі в лоб, тобі в лоб. Хоп, тобі в лоб, тобі в лоб, тобі в лоб. Хоп, тобі в лоб, 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 тобі в лоб. Хоп, тобі в лоб, тобі в лоб, тобі в лоб. Хоп, тобі в лоб, тобі в лоб, тобі в лоб. Хоп, тобі в лоб, тобі в лоб, тобі в лоб. Хоп, тобі в лоб, 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 тобі в лоб. Я казав. Олег Скрипка. Наша.